Лутугина, Мариуполь, Приморская. Вести из наших краев постоянно встречаются в новостной ленте. После потрясений, с которыми столкнулись местные жители, настали времена возрождения. Буквально из пепла российские специалисты и трудовые бригады восстанавливают населенные пункты. В селе Приморском Запорожской области работают ульяновцы. Алексей Русских познакомился с командированными сибирянами и посмотрел, в каких условиях они проживают. И я хочу поблагодарить... Не влезем, не влезем. Генерального подрядчика, который ведет здесь эти работы, за то, что организовал такие, я считаю, очень даже неплохие, а хорошие бытовые условия. И место, где вы ночуете, и сушилки, и питание. Питание вот я сам попробовал, поужинал, очень вкусно. Большое спасибо. В подшефном Лутугинском районе ЛНР глава региона посетил Георгиевскую школу номер 1. В настоящее время строители из Ульяновской области обновляют кровлю учебного заведения. Затем приступят к внутренним работам. Губернатор поддерживает связь с подрядными организациями. У нас каждую неделю проходит оперативное штабы, оперативное совещание. Смотрим, что сделано за предыдущую неделю, намечаем планы на следующую. Лутугинскую школу планируют отремонтировать к 1 сентября 2023-го. За год уходящие ульяновцы успели обновить систему отопления в социальных объектах. А в Мариуполе отстроили школу новую, также ремонтируют детский сад. Напомним, Ульяновская область входит в число лучших по помощи Луганску. Об этом было объявлено на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Москве. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.